Анонс и точно дата выхода пятой серии турецкого сериала «Сердечная рана». Пятая серия сериала выйдет в эфир 26 июля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что после того, как Айше была ранена, то Ферит стал о ней заботиться. Она очень благодарна Фериту, ведь ей никогда не приходилось чувствовать, как за тебя кто-то так сильно переживает. Ферит чувствует себя полностью разбитым, и ему никак не удается собраться с силами. Только Айше способна поднять настроение Фериту и развеселить его. Она совсем другая, не такая, как все они. Тетя Ферита знает, что за некоторыми улыбками скрываются слезы, и она просит его не причинять боли этой девушке. Азаде требует от Айше, чтобы она подчинялась тем правилам, которые установлены в их особняке. Она не может себе позволять все, что захочет. Ферит стал свидетелем того, как его мать довела до слез Айше. Он сожалеет о том, что привел Айше в этот дом. Он прекрасно понимает, что пока Айше будет оставаться здесь, то ей не дадут спокойной жизни. Айше не собирается просто так сдаваться, и она сказала это прямо, глядя в глаза Азаде. Айше больше всего не хочет обидеть Ферита. Несмотря на последние события, Айше готова полностью и всегда доверять Фериту. Она сказала об этом Ханде, которая на этот раз затеяла хитрый план и с его помощью надеется вернуть себе Ферита. Напомним, пятая серия сериала выйдет в эфир 26 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.